Скажите, пожалуйста, вот спорт и политика, можно считать, что это тоже отрасль шоу-бизнеса? Вы же политик и спортсмен в основном. Знаете, и в каждом из составляющих есть своя часть шоу. Да. Шекспир сказал, вся жизнь – театр, и все мы в нем актеры. Но нужно, знаете, и в спорте определенная часть шоу, но нужно не заходить за рамки, потому что можно заиграться. Угу. В спорте и есть, несмотря на составляющую шоу, серьезные вещи, которые являются реальностью. Как бы мы их ни рассматривали. Я думаю, что да. В том же самой политике часть из них является хорошим театром, но этот театр без, соответственно, реальности, без фундамента действий, которые должны подкрепляться определенными шагами, тоже не может быть только лишь каким-либо шоу. Отчасти, отвечая на ваш вопрос, отчасти часть шоу и в политике, и в спорте присутствует. Но большая часть и в том, и в другом все-таки реальность.